Хей-йо, ребята, всем привет! С вами, как всегда, мы, профессионал енот, Apple, Нубик и его брат тоже Дубик. Поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! Всем привет-привет! И сегодня, как вы уже поняли из названия и превью для этого видео, мы будем вчетвером сражаться против зомби из растений, против зомби в лабиринте. Вот такие вот у нас сегодня будут приключения. Вы готовы сражаться, а? Да, я готов. Да. А так, кто у нас там сегодня? У нас, ну вот, смотри. Эти зомбаки из растений против зомби. Здесь у нас на зеленом уровне обычные зомби, на желтом уровне зомбак с ведром на башке, на вот этом оранжевом зомби футболист, а вот а кто на красном? Непонятно. В общем, нам предстоит узнать. Чтобы пройти дальше, кстати, у нас здесь нечем двери открыть. Походу придется их выбивать. Вот. Убивать так, придется, ну, потому получается... что где-то кнопка есть, подожди. Не, вряд ли. А там... по очереди проходить. Посмотрите, посмотрите, у Нубик, каждого инвентаря выбьем. Есть у кого-то, есть у кого-то. Я думаю, мы можем выбить эту дверь, и ничего страшного с ней не случится. Короче, сегодня у нас есть вот такой вот арсенал растений, которые мы будем покупать, чтобы они помогали нам сражаться с зомбаками. Оружие, броня и, конечно же, патроны. Опа, зомбак на кого-то загрелся. Ага, видели? Ага, уже, да. Что ли? Ну не, да, зелененькая горела. Открыл дверь и все. Вот. Ребята, как вы думаете, сможем ли мы пройти этот лабиринт? Apple, ты как думаешь, сможем пройти, нет? Да, мы точно сможем его пройти, только вот вопрос, насколько быстро. Да. Это точно. В общем, ребята, пишите в комментариях, за сколько по времени мы сможем пройти все эти 4 уровня лабиринта. Я думаю, минут 20, наверное, будем проходить. Не знаю. Не знаю, можно попробовать вообще за 10. Короче, давайте начинать, а перед началом, ребята, обязательно подпишитесь на наши каналы, поставьте лайк и не забудьте про колокольчик. Ну чё, о, кстати, кнопка, а у кого кнопка была? У меня кнопка была. У тебя кнопка была, я же говорил, что в инвентарях посмотрели. Так, ну чё, первый уровень, месим кулаками, давайте кто-то... Ух ты, блин, ладно, я понял, давай за тобой. Давай, кулаками. Влетаем сюда. Так, а ну кто тут? Ну давай. Я зажал одного. Нам надо выбить деньги. Кто? Какая комната? Комната? Какая-то комната с целой кучей зомбаков. Ой, на мне три, давайте, идите сюда, помогите, пожалуйста. Подожди, на мне два. Так, тихо. Пипец, что происходит? Тут давай, вообще давай, такое давай, количество давай, зомби. Давай, немножко, мне кажется, у него жизни осталось. Нам надо деньги выбить, Поднажмем. Оп. Давайте, добивайте. Блин, у него уже полсердечек осталось. Так, все. Там чуть-чуть. Добили. Мне помогите. Так, капец, тихо, подожди, давайте по одному. Вот так, вот этого добивай его, Apple, добивай, у него мало помоги, осталось. Помоги, так, блин, сейчас добью. Давай, сейчас так, помогаю. Офигеть, нам надо несколько денег, я не знаю, штук 20, наверное, чтобы купить пистолет. Там пистолет был. Так, ну-ка, оп. Пистолет так, был? Нубик, а сколько упало с одного зомбака? 10 упало. Сейчас один упадет еще, один упадет. Так, подождите, я... С него ничего не выпало? С него ничего, а, нет, где? Вот, выпали, должно далеко. Выпасть было. Далеко, так, тихо, да, на тебе. Ой-ой-ой-ой. Нам надо, знаете что, надо как-то вылезти отсюда. Так. Оп. Я сейчас, короче, вот здесь пока снесу. Не запутаться нигде в лабиринте, не потеряться. Так, выходите к Дэйву, заходите к Дэйву. Сейчас, подожди, мы тут вдвоем месим зомбака. Оп, все, вылазим. У кого деньги были? У меня тоже. Давай, Apple, вылазь, бери пистолет и патроны. Вот этот пистолет, вон 16 стоит, Desert Eagle. Да, вижу. Так, пистолет взял, патронов тоже набрал. Так, все, держите. Так, деньги, давайте один пока пистолет возьмем, пускай Apple будет пистолетом. Так, ну вот здесь, ложись, на Z ложись и выпрыгивай сюда. Ты в один блок пролезешь тогда, братик Нубик. Давай меня, открой мне дверь, у вас же кнопка есть. Что у меня давай, выпустить да, не так, можете? Так, ты купил, да? Оп, да, хорошо. Да, ну, можно, погнали, да, заходим. На, держи сейчас. Деньги. А где комната? Что за... А, реально комната. Офигеть, ничего себе. Ай-яй-яй-яй, тихо. Не надо, слышишь, не покупай, подожди. Давайте лучше, надо как-то загасить, блин, будет растений, да чьи, сейчас, господи, сейчас, зомбаков этих, которые в комнате. Чем мы их завалим? Так, может, а растений ну-ка купим, а? Растений? Да, наверное, да, надо купить. Ай, блин. Apple, стреляй по нему, стреляй. Сейчас тут вообще не вовремя перезарядка. Так, да, ну-ка. О, деньги выпали. Ничего, тих, тут целая куча. Куда вы там прошли, а ну-ка? Давайте купим, короче, растение какое-нибудь, чтобы оно гасило тех зомби, которые внутри комнаты. Ну-ка, вот так вот. Предлагаю проходить зомбаков внутри комнаты растениями. Держись, Apple, держись. Ребята. Я держусь, тут целая куча денег уже. Так, братик Нубик, у тебя деньги были там еще? Я скинул все. Ты скинул? Да, окей. У меня 30, да. Дайте денег, у кого деньги, Apple? Стой, так, дай денег. Подожди, вот сейчас тут тебе навыбиваю денег. Давай, я тебе помогаю. 60. Еще один, давай, я зажал его. Так, хорошо. Выкинь деньги, я сейчас, короче, пойду растения куплю. Так, о, хорошо, я иду.
Я иду. Нам надо еще так. Вы здесь деритесь, я сейчас попробую выход найти. По-моему, выход был где-то здесь. Нет. Ой, тихо, иди сюда. Здесь опасно. Здесь опасно. Ну-ка, вот сюда. Блин, капец, я запутался в этом лабиринте. А нет, все-таки нашел выход. Оп, вылазим. Хорошечно. Так, берем, короче, кого возьмем? У нас есть горохострел, пулемет. Давайте возьмем горохострел, пулемет. Давай. Нам не помешает уж точно. Так, может, две штуки возьмем. Давайте возьмем две штуки и возьмем, наверное. Это не живучие какие-то, блин, патроны. Мы уже их. Я не знаю, сколько бьем. Нет, и ну с пистолетом вот так, они не такие уж и живучие на самом деле. Так, ну-ка. Да, пока пистолет. Я купил дробаш, короче, и два растения пулемета вот эти вот, горохострел. И этот, нагрудник купил. Так, так, выходим. Еще один есть. Куда бы поставить его? Нужно найти место такое безопасное, чтобы можно было поставить растение. Блин, ой-ой-ой-ой. Тихо, стой, не стреляй сюда. Так, смотри, сейчас что делаем. Они бегут за мной. Нубик, помогай. Опа. Где ты там? А ну-ка. Я пулемета поставил. Так, он, походу, не стреляет туда, слышишь? Он, походу, не может попасть. Не хочет? Да, он, походу, не попадает по ним. Так, ладно, давайте сейчас обойдем куда-нибудь. Ну-ка, кто здесь? Ну-ка, ну, на тебе. Я завалил. Блин. И тут еще двое. Давай. Как-то их надо... Надо, короче, как-то завалить вот этих, слышите? Как здесь? Надо здесь, наверное, путь расчистить. Так, тихо. А я не могу теперь пройти здесь, чё? Опа, вот так вот залез, хорошо. Так, как... Слушай, как сделать? Как сделать? Как надо что-то сделать, чтобы он мог стрелять туда? Он не видит их, походу. Так, ну-ка... Может быть... Да, блин, даже не знаю. Получай. Давай, одного осталось. Давай, я заряжаю. Один остался, сейчас мы с тобой на двоих. Так, тихо, нубики, тихо. Вот этот сломать, да? Давай попробуем этот сломать. Может быть, из-за этого он не видит. Он прям впритык блоком просто. Давай, я вот этот, короче, оп. Ну-ка, что-то видит, нет? Сейчас, но он развернулся вообще в другую сторону. Какой-то слепой горохострел. Он не видит, ну давай, пожалуйста, алло. Бей их, бей, пожалуйста. Давай его немножко назад попробуем как-то отодвинуть. Нет, его не отодвинуть. У меня еще один есть, давай попробую здесь поставить, ну-ка. Так, давай попробуй. Мне кажется, он просто ему назад нужно. Ну-ка, гасит, нет? Не гасит, слышишь? Он не хочет. Полоску вот эту завалить. Давай полоску завалим. Давай полоски попробуем поубирать, действительно. Так, ну-ка. Оп, вот так полоски сняли. И... Нет, они не стреляют, капец. Нам какие-то... Дэйв, бракованные растения продают. Ага, реально, блин. Что будем делать, а? Там еще два пошли. Что будем делать? Не знаю. Слушай, там где-то рядом деревья были, может, нубики сгоняют, возьмут плиты, и мы сломаем один блок и сразу плиту поставим. Он точно увидит. В принципе, нубик, слышь, иди наруби дерево. Да, а что надо? Плиты дубовые. Плита дубовая нужна. Плита дубовая, хорошо, сейчас подожди. Давай, по-быстрому там. А вы здесь всех завалили? Вы здесь всех завалили в лабиринте? Нет, подожди, еще сейчас одного добиваем. Давайте я сейчас помогу, у меня дробовик есть. Вроде добили. Идем в их сторону. Опа, вот сюда я не вылезу. Так, ну-ка, оп, давай сюда, давай, не могу полезть. Блин, где здесь выход? Блин, там у зомбаков еще деньги лежат, их бы как-то забрать на самом деле. Деньги у зомбаков? Так, ну-ка, я здесь никого не вижу. Ну-ка, дерево сейчас, да. Здесь никого не вижу. Так, Нубик, давай, ищи дубовые плиты быстрее, неси сюда. Оп. И эч, вот так вот делаем. Они тут закрылись где-то, я не понимаю. А как мы поставим туда плиту, а? Или ты хочешь типа снизу сломать? Сломать, да, и сразу поставить. Так, надо вверх поставить, а снизу сломать. А, Нубик, давай. Ой, ты, блин, мы вначале. Во, давай плиты. Держи. Да, вы уже оделись, нормально. Ну, чуть-чуть оделись. А, сюда не ставится. Ну, офигеть. Так, а ну ушли отсюда. Так, оп, есть. Там что не ставится. Блин, я запутался в этом лабиринте, капец. Смотри, что сделал, смотрите. Я куплю какое-нибудь оружие. Так, идите сюда, ломайте блоки. Каждый по блоку, ломайте здесь. Так. Ну уже, давай, пожалуйста. И что там будет? Стрелять? Нет, пока еще не стреляет. Так, давай, иди, проверка. Так, осторожно, только не сбей мне, не двигайся. Так, давай, хорошо, я ломаю. Сейчас, если они не будут стрелять, я не знаю, что-то надо поменять. Ну давай, стреляй, алло. Он не хочет, короче, стрелять, походу, по ним. Ай, как их туда взбесишь-то? На, он с дробовика я по нему попал. Слушай, короче, я не знаю, походу нам придется добивать этих дробовиком. Давай снизу попробуем поставить один, есть еще плита? А, держи, у меня деньги есть, кому деньги можно отдать? А если внутри поставить, как думаешь? Так, а ну-ка. Давай попробуем сейчас внутри подожди-ка поставить. На. Если они стреляют, они такие бракованные. Так, давай попробуем сейчас снизу, ты имеешь в виду вот тут вот? Не знаю. Так, ну давай, ладно, попробуй. Так, ну-ка, оп, поставили, хорошо. Так, одну сейчас сломаем. Держите деньги, отдам. Так, блин. Так, а ну-ка, ребят, так, ну-ка. Что тут давай, у вас давай, деньги вообще? Мы пытаемся, чтобы растения стреляли. Они, короче, не могут, походу, попасть по ним. Так, что там, попадает, нет? Начало, что там выстрелы какие-то были только что. Нет, это кто-то стрелял. Я сейчас их на себя, а ну-ка, чтобы вам не мешали. Давай. И... Не, нифига, слышишь, вообще не работает.
какой-то он дурной, этот горохострел. Чё, он не работает? Блин, этого Дэйва мы сейчас, блин, убьем самого. Так, давайте... Пойдём с ним разберёмся. Давайте, давайте сейчас на выход попробуем найти... Подожди, как выйти отсюда? Вот здесь, по-моему, выход был. Да, вот сюда. Так, сейчас я деньги только все заберу, которые здесь есть. Так, а ну-ка. Блин, там еще деньги лежат, их бы как-то забрать. Ай, да, их бы предлагаю, предлагаю купить капуста-пульту, посмотреть, что она будет. Или кукуруза-пульту. Давай кукуруза-пульту куплю. Так, давай попробую пройти. Давай, 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 пока они на меня, да, давай. Так, отлично, отлично, отлично. Забрали? Вы здесь, да, вы здесь. Так, ну-ка давайте. Я ставлю сейчас сюда капуста-пульту. Или внутри ее поставим. Вернее, кукуруза-пульту. Нет, внутри, мне кажется, ее сразу сожрут. Так, хорошо, давай, отходи, ставлю здесь, короче. Ну-ка, отойдите все. Давай, давай, давай. Так, а ну-ка, ставлю. Давайте, и... на меня. Нет, она, ну, она не хочет. Блин, а почему она их не видит? Что это такое? Дэйв, реально, Дэйв там случайно не обрублил? Дэйв продал нам, походу, бракованное растение. Во-во-во, стреляй, смотри. Работали! Так, хорошо, хорошо, давай, давай. Стреляйте, стреляйте, стреляйте. Алло, давай еще. Еще, 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 еще. Наконец-то, я уже думал, это не произойдет. Ага. Офигеть. Надо было всего лишь полить растения. Давайте залазим, вот здесь еще последний. На, сплюх его. Шмыхнул. Так, первый лабиринт мы прошли довольно таки. А нам выпало что-нибудь? Нам выпало? О, у тебя рычаг есть. Подожди, да, действительно. О, рычаг. Что рычаг выпал. Погнали, погнали. Ай, тихо, застрял. Да ё-моё. Вот выход. Далеко не убегайте. Так вот, отлично. Опа, вот сюда вылазим. Деньги у кого деньги? Так, у меня 44 есть, держи. У меня есть. Замечательно. Вот, я все отдам тебе. Во, хорошо. Так, смотрите, мы сейчас пойдем проходить следующий уровень. Предлагаю закупиться кукуруза-пультами. Возьмем их 4 штуки, давайте. И оружие купим еще. Так. Ага, вот так, у меня так. Есть оружие уже, да. Если что. Так, слушай. Братик Нубик без оружия, да? Да, 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 у меня вообще ничего нету. Возьми давай. Броню, пожалуйста. Купим тебе вот это. А на броню денег нету уже. Так, держи тебе АС-вал и сумку, бери вот так патроны правой кнопкой, оп, забираешь отсюда вот так. Да, правой кнопкой патроны, да, собираешь и перезаряжаешь. Нифига себе, Нубик на пулемет денег насобирал? Да, я насобирал на пулемет. Ого. Ну что, погнали, врываемся сюда. Да, побежали. Я деньги иноту отдал, это как вообще, что ты честно? Я могу тебе 5 дать на патроны, надо тебе патроны? Да, вот дай мне $5, как это честно? Ха-ха-ха. На. Ну мы же закупаемся все по очереди. Давай, поехали, да. Нубик уже зашел. Ой. Так, взрываемся. Да, погнали, на. На. Убил, а я тоже завалил. Кто там дальше? На, вот так вот, с дробовика разлетаются. Зачищаем всех зомбей. Блин, перезарядка, как же не вовремя, ё-моё. Так, давай, так, давай, давай, пожалуйста, быстрее. Так, а ну в уголку зажали. На, ой, на, получай. Блин, да так. Я случайно. Давайте аккуратно там, чтобы друг друга не валить, потому что это плохо. Дело плохо. Уходим. Перезарядка, нет. Ну-ка, блин, быстрей. У меня тоже на. Перезарядка. Так, завалил этого. Деньги упали в обратную сторону. Оп, у меня 1,5 стака уже есть. Погнали, уничтожаем. Нужно найти комнату такую же. Подожди, пушку нормальную возьму, а то... Эппл, иди сюда, я тебе могу денег дать на пушку. Так. Я нашел комнату! Нубик, брат Нубика, не гаси их, не гаси, не гаси в комнате. Так, брат Нубика, не гаси в комнате зомбаков, говорю. Так, хорошо. Вот, в комнате зомбаков надо добивать растениями, ёлки-палки. Так, 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 тихо, 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 проблемы. На! Блин, перезарядка. Ух ты, блин. Пипец, да меня зомбаки в сторону пнули еще. Так, тихо, здесь никого, хорошо. Я ставлю, короче, кукуруза пульты, чтобы они гасили. Кто меня бьет, блин, а? Я да, нет, блин. Это зомбари достают. Сразу перестал зомбаков этих видеть. Да, так, ну-ка, тоже, о, блин, здесь куча, надо где-то здесь поставить. Так, ну-ка, отходите, сейчас вот сюда поставим. Или не сюда. Нет, надо покруче место найти. Так, сейчас я вот сюда вернусь. Здесь, по-моему, получше можно зайти. Так, где? Где? Сюда, во, здесь место есть. Так, во, я нашел, куда поставить. Иди сюда, братик Нубика. Мы здесь. Так. Я иду, вот так, иду, где? Иду. Блин, куда я его поставил? Зомбак дурацкий толкнул меня. Сейчас вам. На! Вот так вот. Не знаю, а вот, наверное, сюда вот иди, здесь, братик Нубика. Вот здесь. Вот так, давай. Я рычаг нашел. Рычаг нашел. Вот так, во. Сейчас кукуруза пульта добьют их. Все, добили. О, блин, так, я не могу, деньги. Капец. Вы где? Вы чего вы там потерялись-то? Да потерялись, что тебе надо? Залазьте в комнату просто и выходите куда надо. Ну что вы творите? Можно залезть. А, так, ну все, я здесь. Я вот здесь ставил, короче, кукуруза пульты, они загасили. У меня есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 таков денег. Вау. Блин, что, идем за броню? Отпустили. Погнали на выход. Выход у нас был. Да ё-моё, кукуруза пульта, выпусти меня. Направо идем, направо. Еще раз направо. Так, вот сюда, налево. Вот сюда и вот выход. Блин, Apple, мы с тобой потерялись. Вот так вот. Ну да. Чё, мы сейчас будем уже на третьем уровне сложности.
оранжевым. Давайте броней закупимся сразу. На, держите деньги еще. Так. Вот такой вот нагрудник. Кому денег не хватает на броню? Так, держите мне все, что у меня есть. Держите три деньги. О, ничего себе. Капец, так, нубик расщедрился. Я буду бегать, наверное, с дробовиком также, потому что он довольно прикольный. Дай мне патронов, дай мне патронов. Так, знаете, вот вам еще деньги, которые остались. Так, я сейчас сумки с патронами раскину. Короче, смотрите, вот здесь раз, два, три, четыре. Вот сумки с патронами, берите. Ага. Кому нужны патроны еще? Ой. Деньги там были еще. Так, значит, берем растения. Давайте возьмем. Так, тихо, опа, тихо, вот так. Кошачьи хвосты. Кошачьих хвостов возьмем. Раз, два, три. И немножко кукуруза пульт. Две штуки. Так, поехали. Кукуруза пульта. Еще одна. И возьмем, наверное, горохострел пулемет. Все, я все деньги потратил. Мы можем. Денег есть, вот. Где, где, где? Купите что-нибудь. А че, братику Нубику ничего не купили? Ты че все патроны забрал там, а? Так, ой. А ну, у тебя есть деньги? Нету. Он все выкинул. Давайте, короче. Продавал. Давайте, заходим постепенно на следующий уровень. У меня даже брони нету. Ну, офигеть. Ты молодец, на броню. Они нереально живучие, слышите? Они пипец живут. Да. Сколько у них здоровья? Мне, блин, одной обоймы хватает на одного. Вот, это просто жесть полная. Так, ну-ка, давай-ка. Отлично. Я комнату нашел сразу. Здесь? Ну-ка, двигаемся, давай. Так, сейчас, короче, я поставлю сюда кукуруза пульту, чтобы она гасила. Ну-ка. Где у нас кукуруза пульта? Вот это кукуруза пульта. Хоба. Все, кукуруза пульта есть. Да. Давай, гаси. Есть контакт? Вот сюда поставим еще сейчас что-нибудь. Ну-ка. Блин, сейчас опять все веселье пропустим. Так, аккуратно. Ой, проехал. Кукуруза пульта здесь, кукуруза пульта работает. Все, зомбаки гасятся. Надо. Знаете что, не толкай его туда, а то завалит. Не толкаю так, я ничего. Идем в обход. Надо найти еще туда один подход. Вот, к этой комнате. Подожди, где? Блин, тут походу тупик. Надо в другую сторону вообще идти. Ну давай так, другую сторону. Идем сюда. Ага, здесь тоже не пройти. Блин. Тут походу тупик. Пройти? Значит, ложимся, перепрыгиваем кукуруза пульту и ложимся вот сюда. Так, ну-ка, оп. Я здесь. Идите сюда. На первой вот сюда пролазьте. Так, здесь пипец вообще. Ну-ка, офигеть, сколько тут вот их еще? Проход, ну, тут давайте, вот, давай, да, давай, заходи вот туда. Здесь и проход. Ну-ка, на давай, тебе. Давай. На, вот так, я завалил одного. У меня перезарядка. Так. Ну-ка, кукуруза пульты гасятся. Хорошо. Да. Блин, на тебе. Выбежал. Перезарядка. Ну-ка, давай. Получай. Пулеметную штуку сюда ставлю. Гаси их. Давай. Так, поехали. Все готово. Смотрите, залазьте внутри. Сейчас внутри всех добили. Идем внутрь. Внутрь заходим. Оп. Здесь что-то должно лежать еще. Ого, так, у нас да, есть... здесь денег. Вон рычаг. Денег. Ой, вот можно снутри пострелять. Да. У меня сюда никак не доберутся. У меня три кошачьих хвоста осталось еще. Я их не тратил. Можем сейчас еще кошачьих хвостов накупить. Хорошо. И потом на максимум, короче, накупим их. Так, ну-ка, где еще вот здесь еще есть один зомбаки? Вон еще зомбак. Так, на тебе. Есть, добили его. Хорошо. Так, ну-ка, еще видите кого-нибудь? Вижу. Я тоже пока. Так, заходим внутрь. Вот еще здесь. На тебе. Блин, промазал. Так, добивайте его кто-нибудь. Где? Опа, вот сюда идем, здесь никого. Вот еще один. Мы такие медленные в этой броне, просто офигеть. Давай. Оп, есть, завалили. Нормально. Еще один. Где? Давайте, добивайте его. Вот. Хорош. Так, нубик вообще броню снять решил, да? Да. Ну-ка, да, идем я, сюда. Блин, капец, медленно в ней. Так, всех завалили. Ну, вроде бы да. Вроде бы да. Давайте, вон, смотри, еще зомбак, я вижу его руку. Так, идем сюда. Оп, запрыгиваем. Вон он стоит. Так, иди сюда, гад. Сейчас мы тебе... Ой, по шапке. Еще один. Так, давайте. Нубик, сейчас выйдет сюда он. Или не выйдет. Добивай. Кто? Вот тут был. Вон он. Вижу. Так, здесь никого. Еще один. Здесь никого. Так, иду к тебе, Нубик. Сейчас помогу. Так, тихо. Давай, есть, завалил. Давай, хорошо. Все, здесь добили, хорошо. Блин, идем дальше. Отдача жесткая у этого пистолета. Я думаю, можно выходить на красный. На красный выходим. Да, погнали. Ждет. А то там мы так и не посмотрели, кто там. Оп. Пропрыгиваем. Кстати, интересно стало. Прыжками легче выходить. Ты где выход-то, ё-моё? Да вот вы выход видите? Я тоже пока не могу найти. Вон, со стороны этих горохострелов было. Помнишь, мы залазили сюда? Да. Вот здесь, по-моему. Вот здесь вот, надо. Вот тут оп. Где-то выход. Вот сюда идите. Вот сюда. Вот, я нашел выход. На второй кукурузострел. Так, вот. Вот, точно. Блин.
Ой, подождите меня. Давай. Я там потерялся. Давай, иди к нам. Идите, идите сюда. О, деньги, деньги, деньги. Хорошо. Так, забираем. Давай, давай, иди сюда, там, где капуста пульты. Видишь я меня, по... где я вижу, нахожусь? Вижу, вижу. О, я на все деньги, на все деньги покупаю этих кошачьих хвостов. Я так, спасибо, опа. Что пришел. Давай, давай, пойдем. В смысле, для чего? Мы сейчас будем гасить еще там последних, кто в красном будет. Ну, если там кто-то будет. Вы готовы? Рычаг у меня, не да? Не может быть такого, что там никто не было. Так, поехали. Это вообще жесть. Погнали, так. Погнали, сразу заходим. Сейчас, и где? Подождите, я броню одену, а то, блин, там они завалятся еще. Так, я... О, здесь комната. Здесь ого, Гаргантюа, походу. Это Гаргантюа. О, блин, о! Ё-моё, что такое? Да, он гасит больно, слышишь? Да? Да, слушай, очень больно. Слушай, у меня больно. Деньги остались, может купить еще растений каких-то? Так, Нубик, отойди, пожалуйста. Давай, растения? Бери кошачьих хвостов. Хвостов кошачьих бери. Кошачьих хвостов. Сейчас как наберу их. Так, он будет гасить? Да, он гасит их. Так, но немножко не хватает. Я думаю, так, можно сломать. Ломайте нижний надо блок, обход, нижний надо блок. Надо обход найти просто так. Еще. Я только два кошачьих хвоста купил. Сейчас я здесь все устрою. У меня дофигища, у меня больше 10 штук. Сейчас я гашу вот сюда. Куда ставить? Идите ко мне. Смотри, ломаем, короче, вот эту тему здесь. Ломай, ломай, ломай. Другой блок. Во-во-во-во, хорошо, сейчас мы вот здесь наставим их дофигища. И вот это... Ой, идите ко мне, тут у меня тоже есть да, место. Да-да-да, он пипец наносит урон. Давай, Нубик, копай там блоки, чтобы вот эти первые, а они в два блока не пролезут. Место. А ну-ка, сейчас я здесь попытаюсь проход. Так, я ставлю вот сюда хвостов кошачьих. Так, здесь не бьют, вот тут можно поставить. Тут можно поставить. А, блин, подвинься, подвинься. Фух, чуть не завалили меня. Давай прокопаемся сейчас или обойдем в другую сторону. Иди кошачьего хвоста. Да, отходи вот так и сюда ставь. Вот здесь еще можно поставить. Хотя да, там уже все. Погнали направо, направо, ух, сюда иди. Иди ко мне сюда, ребята. Нубика, ты где? Я возле брата Нубика стою. Да вот, смотри, так, я возле братик Нубика, ну отходи. Отходи. Ребят, отходи. Эч, сюда. Тупик. Где? Да блин, ну, Эппл, обернись, я только что сзади что, тебя что, был. Что? Так, капец, запутались. Да во, вот, давай, куда? Смотрите, тут нашлите. Есть место, пойдемте. Смотри, там Гаргантюа одного завалили уже, а возможно даже не одного. Так, где а место-то? Вот, так, здесь место есть много. Да, тут классно. Вот, смотрите, тут деньги есть, я по-быстрому попробую их забрать. А ну, братик Нубик, отойди. Нет, раз, блин, нет, не получилось забрать. Три. У меня еще два кошачьих хвоста есть. Так, делаем раз сюда. И на, вот сюда разочек. Жару. Ломай блоки, братик Нубик. А, чуть не завалили меня. Блоки, ломай. Блоки, ломай вот эти. Перед, внизу которые. Видишь, я ломаю блок. Так, которые? Да, внизу вот эти ломаем. Они не пролезут, они все равно слишком здоровые. Огромные. Давай, следующий ломаем, следующий. Оп, ай, блин. Ай-яй-яй-яй. Так, по мне немного попали. Оставить кошачий хвост. Оп, кошачий хвост вот здесь, возле братика Нубика, дофигища место. Если я его поставлю, там они его прикончат сразу. Вот здесь, слышь, Apple, поставь вот здесь, иди ко мне, назад. О, блин, заваливали, лянь, два кота. Вот здесь, ставь, вот здесь, ставь, короче, так, сейчас эту сломаю. Вот тут, ставь, вот так, оп, отхожу. У меня скоро, блин, тут патроны закончатся. Так, давай сломаем вот здесь два блока, чтобы можно было пролезть туда, а то вообще неудобно. Ну-ка. Сразу убили, блин. И давай. Есть, еще один давай сломаем, и тоже можно поставить будет сюда. Пипец, здесь вообще такой замес растений и зомбаков, блин. Кошачьи хвосты. Деньги типа забирать. Гасит Гаргантюа. Кого забирать? Все деньги хочу пойти позабирать. Да я думаю, нам они уже особо не нужны, потому что у нас последняя комната. Да. Красная. Нет! Apple, блин, ты откинулся. Да и Apple Гаргантюа запинали. Они сами ломают блоки. Давайте, гасите. Так, чуть-чуть осталось. Давайте. Давай, я думаю, можно по ним даже пострелять, немного помочь растениям. Давай. На. Давайте, три штучки осталось, давайте, ребята. Давай, гасите, последний. Я вообще руками еще. Оп, ну-ка, все. Офигеть, у нас теперь есть куча деньжищ просто. Оп, забираем все. Броню можно снять. Да, душновато мне, конечно. Кстати, мне реально жарко. Броню почти сломали, офигеть, мы прошли этот лабиринт, получается. Или что? Ну да, получается так. Я же говорил, у нас получится. Так, погнали на выход сюда к безумному Дэйву. Ну чё, Дэйв, мы прошли. Своими, ты сомневался, блин, да? Вот, смотри, сколько денег получили. У меня тоже дофигища денег. Вот так все раскидали здесь. Ну что, ребята, если вам серия понравилась с лабиринтом, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и не забудьте про колокольчик. А с вами, как всегда, были мы, профессионал енот, Apple, Нубик и его брат тоже Нубик. Всем до скорой встречи и пока, ребята! Пока, ребята!